Утро понедельник. Успели поспать, замерзнуть немного в автобусе. Заселили нас рано. Завтрака сегодня нет, но сейчас задача другая. Снегоход и прицеп остались там внизу на подъеме в эту гору. Чудом Юра заскочил. Такси приисковый. Как раз этот человек и снегоход Юрин отдаст. Сейчас попробуем зацепить прицеп и затащить его сюда. Сейчас работает техника. А ночью это все было заметено. Мы залетали в гору. Получилось чудом это сделать. Поднимем прицеп, и будет все хорошо. Вот он, приисковый. Аномальная какая-то зона на подъезде. Даже буквально в 10 километрах отсюда. Снега в 2-3 раза меньше. Здесь его просто горы. Добрались мы с приключениями. Как я и говорил, отдельное приключение — это заехать. У нас новый отель All In, который еще там мелочи, по мелочи не достроен. Но главное, есть все. Тепло, светло. Замечательно. Еще сделаю обзор на отель. Сейчас спускаюсь пока ногами. Машина меня догонит. Посмотрю и покажу вам поселок. Ну, параллельная дорога вверх. По ней поднимается сейчас ратрак. У нас идет расчистка у отеля территории и дороги. Ну что, прицеп на месте? Это радует. Тебе перчатки есть? Можешь, да, расслабить, почистить? Могу. Можешь с шкали прямо с шишком тебе. Напиши, не почистить. Прямо. Навели красоту. Вот она, гора. Небольшая. Куда мы не заехали ночью. И часто здесь для автобуса неполноприводного проблема. Вот здесь где-то Юра встал, в этом месте. Буквально чуть-чуть не залетел. Вот так местное такси решает проблемы. Этот экскаватор купил. Да, да, да. Ну, замутка, конечно, это, но посмотрим по деньгам. Не, это, да? А привет, потому что ты понимаешь, что здесь народ приезжает кайфовать. Вот им надо. Кочегарка. Раньше кочегарка бывшая, да? Не, лодка, кочегарка. Она и есть кочегарка. Все, понял. Я понял. Виталий говорит, все в кочегарке, все, отчет прислал. Я говорю, блин, класс, говорю. Заходи, Сега. Тебе, пожалуйста, зелененький столько. Какой? А я сейчас скажу. Бам-бам-бам. Вон тот. Вон тот. Зелененький. Вон тот? Он был, да. Да, да, да. А что, здесь два снегохода выгнать? Ну, два выгнать, и все, все стоят плотненько. Я за третьим выйду. Юра, сколько он тебя ждал? Год? Год? Ровно год. Прикинь, мы тут смотрели билеты. Мы в том году здесь были с 29 по 3. И в этом году заселение с 29 по 3. Вообще, не гадали, не подгадывали, но получилась дата один в один. Ну, то есть, вот. Чё? То есть, получается, ровно год. Ровно год в схране. Так хранится техника. Есть и более красивые, теплые, светлые боксы. Но и такой вариант возможен. Вот Юра оставил на год. Здесь снегоход. Сколько стоимость хранения? Саня, я могу озвучить стоимость назвать? А то она поменялась? Нет, вдруг она поменялась.
Нет, ну все то же самое. Все, 1000 рублей в месяц. Таких цен нету. 12 000 в год. Прекрасно. Все, уже народ разъезжается или разъехался. Сделали два дела. Уже наша команда на двух снегоходах. Сейчас осталось решить вопрос с Лехой. И еще будет четвертый человек. Юра, не гони. Я не гоню, я стою, ты сидишь. Да, я сижу. Давай, говори, что взять, все возьмем. И мы с тобой одни такие долбоебы, да? Пойдем быстренько, поедим. Пойдем. Как у тебя уже настроение поднимается? Начинает. Ну, прямо. Осталось очки найти вторые. Вот. А? Вот они все валят. Снег валят. Я не знаю, я копать буду, а не валить. Вот убери, значит. Естественно. Так, вот наш отель. У нас двухместный номер. У нас два двухместных номера. Приедет еще Юрин знакомый из Ярославля. Я живу с Лехой.
И Юра будет жить вдвоем. Звонили с утра, он в аэропорту в Красноярск прилетел. То есть трансфер сюда. Так, свет, свет, свет. Еще у нас карточку надо поставить. Да. Санузел. Да, друзья. Вот в ебенях, я по-другому не скажу, строят такие отели. Это просто супер. Парни, бля, все, мы выехали, мы в горах. Уже преодолели первый перевал. Блин, у меня это просто взрыв мозга. Точно, это рай для снегоходчиков. Я столько снега еще нигде не видел. Просто огонь. Юра, с удовольствием. Юра, ну как впечатление? Вообще просто супер. А, да, глоток пепси зарядится. У нас прошло сегодня просто все на ура. Были непонятки, что у Лехи за снегоходом. Но, парни, вот что значит классный дилер. В набережных Челнах, по-моему, Алекс Моторс, он не привез Лехе вовремя снегоход и дал кто-то из руководителей салона, по-моему, свой снегоход, на котором Леха сейчас катает эту поездку. Давай. Я оператор. Все, мне уже взрыв мозга, адреналина. Сейчас еще тоже покатаю. Вот он, Бундоша. Ты представляешь, а? Куда ты приехал? Куда привез тебя хозяин? Разве мог ты об этом мечтать, стоя в Рыбинске в гараже? Поделись впечатлениями. Слушай, сбылась мечта идиота. Побывать в Прииском. Это просто круто. Мы еще никуда не доехали, но мы уже тут просто кайфуем. Хоть и тут и по старым следам, но мы в таком еще никогда не ездили. Это первый снег такой нормальный, хороший, который в моей жизни. Мы ездили там в Архыз, Хибины, но так, чтобы такие бескрайние поля. Редкие елочки. Расскажи про снегоход. Я правильно сказал? Набережные Челны, салон Алекс Моторс. Макс Моторс. Макс Моторс, да? Макс Моторс предоставил мне этот снегоход. Вот. И я им очень доволен. Конечно, турбо, она. Слышала, она так фыркает. Фу-фу. Турбо она дает, конечно, жару. А у тебя от чего какой будет? Турбо. У тебя будет турбо, да? Да, да, да. То есть следующую поездку тебя можно увидеть на турбе и здесь? Да, 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 и на своей. Все круто, мы катаем. О, суки, завезли меня в какой-то лес. Лес, ебать, а вдруг медведь? А мне даже угостить нечем. Где тут трасса? Тихо. Походу туда. Давай повернем, конечно. Что корячится? Сейчас, бля, я там исполнял. Я вообще все. Не понимаю, как ехать. Что за нее? Если б не она, все было нормально. Тебе как на линии, заебись? Слушай, я не знаю. Так себе, если честно скажу. Тебе друзья, наверное, посоветовали, да? Слушай, у нас, блядь, где мы катаем, столько снега нет. Мы равнинные райдеры-то. Понятно. У нас в Ярославской области. И снега-то нет. Да, это
Все нормально, универсальный вариант. Блять, Юра, ты чё тут вообще? Катать не перекатать, как все искатано. Вот подняться, Лёш, давай вот эту вертушку ебанём, вот на ту. Я охуеваю, будете меня давай, там... Давай, вот дорожка-то идёт. Да. Ну, за... меня видите. Вот, Серёг, дорога накатана уже. Ты можешь Серёг, прямо за нашими следами ёбать. Ну, меня видите, давайте. Давай. Я зову, и не теряйте. Если, короче, нету Серёжи, да. Все пизда. Все это же дорогой. Да. Юр. Давай рацию себя настрой. Нахуй не надо, я тебя вижу. Парни, слушайте дыхание, это жесть, кайф, блин, охуенно, просто. Ой, бля, вообще,
Вот такое огнище. Бля, это взрыв мозга. Все. Просто кайф. Я вообще в жизни в своей вот не видел такого. Это стоит попробовать. Хотя, это у меня не первая поездка в горы, не первый горный массив. Была и Кандалакша, и Хибины. Архыз был, Урал. Блин. Здесь это все, это при... Просто бомба. Бля, катать не перекатать. Предел для роста, для совершенствования как райдера здесь просто не существует. Парни, это кайф. Снегоход, кстати, блять, он едет. Я думал, будет хуже. Ладно, я не лезу в какие-то жопы, тут было. Сейчас на склоне несколько ошибок. Заперся. Нафиг. Вот основная проблема, что меня сейчас напрягает. Видно, глушак забивается снегом. Он не запускается. Не с первого раза. Я, сука, дергаю. А он не запускается. Вот не знаю, сейчас запустится или нет. Посмотрим. Не, сейчас все нормально. В общем, через раз он запускается в таком глубоком снегу. Снег просто пух, ты в нем плаваешь. Блять, залетать в гору, в склон. Это еще те эмоции, те ощущения. Блять, я очень рад. Благодаря, блять, вот Лехе. Юрка где-то там. Юра, он организовал сюда заброску. Леха организовал проживание. Ну, а моя функция это все снять, записать вот этот драйв, эти эмоции и показать это вам, друзья. Бля, кайф. Бля, вот так вот, сука, тронулся лошара. Просто. Все, не могу тронуться, хуй с ним, будем копать. Блядь, это жесть. Ах, учиться, еще раз учиться. Блядь, на ровном месте стоял. Нихуя не умею. Ладно. Бля, я еще тут парни райдер. Хрен с ним. Будем копать. Там еще Юру Леха должен помочь вытащить. Я думаю, приедут. Меня также поддернут. Сейчас пока время не теряю, покопаю хоть. Бля, я уже, честно, даже и поднакатался для первого дня. Ладно, сейчас чуток покопаю. Надо как-то вылезать отсюда. Леха ездит. Мы, блядь, с Юрой копаем. Сука, надо на равнину.
с одной стороны выкопал. Сейчас затопчу себе въезд. Нормально. Не умеешь ездить, сука, работай лопатой. Не говори, бля, лошара, сейчас тебя хоть закопать. Я как спасатель, блин, Малибу. Нахуй на равнину веди меня. От одного к другому. Леша, веди меня срочно на равнину. Так я говорю, на туда. А, и Юра там уже опять сидит. Ясен кран. Ты подкопал там, да? Ну, подкопал я еще под гусю, не могу добраться, она вообще вертикалка стала. Жизнь подбил. А снег-то какой пушистый. Бля, это кайф. Я плыву в этом снегу. Ва. Супер. Надышаться, бля, этим снегом накопаться. Вот за этим я сюда, парни, и ехал. Кататься еще, учиться и учиться. Вот. Но кайфовать уже можно сейчас. Давай, раз, два, три. Все. Красавец. Пиздец. Я не могу тут ездить. Хорошо, сегодня нет ветра. Но ехать мне тяжело. Вот забрались на этот склон. Я вообще здесь с трудом езжу. Надо как-то сваливаться. Я туда больше уже не поеду. Нахрен эта гора. Фу.
Вон там наверху на той горе снега наметено просто жесть. Я не могу тронуться в полный газ. Посидели, покопали все. Сейчас поедем, вон, наверное, ту на гору. Она более лысая. А так вон, посмотрите, просторы. Сука, катать не перекатать. Вон там сидит Лёша. Вон он спускается. И еще кто-то спускается. То есть мы там сейчас были. Настраиваем вариатор. Вообще кататься просто, ну, не вариант. А провал большой. Даю полный газ. И доли секунды, блядь, кажутся вечностью. Он стартует с запозданием. Пытаемся сейчас отрегулировать. Я ни хрена не понимаю. Хорошо, есть друзья, которые чего-то могут помочь, подсказать. А тройку я ставлю? Да, давай, Лёх, хорошо. Сейчас попробуем. Юра, как оно? Слушай, нормально. Снега много, погода чудесная. Жаль, солнца нет, но оно будет завтра. Надо еще померить щупом. Походу закопался. Юра что-то меня смутил. А, тут ручей. Большой склон. Крутовато. А, он вообще не замерзший. Бля, хорошо туда не свалились. Надо мне как-то подниматься. Сейчас попробую. А, нихуя не пошел. Хули, Чип и Дейл, блядь, ко мне, сука, спешат. Я думал, все, пиздец. Бросили, уебали, нету, сижу тут. Один копаю. Хули.
Ну так-то чё? Так любой дурак может. Да, так-то и я могу. Бля, я-то думал. Да я что-то побоялся, смотрю, у тебя тут меня сю. Я вот, если честно, когда пошел там, Серег, я думал, ну, вот у меня один шанс. Когда я там тебя обходил. Всё. Ну да, поторопились, там не видно этого так ручья. Нет, это был выше меня, тебе, блин, надо... Да, ничего не вижу. О, бля. Куда еще подставкой? Подключанка. О, сюда, сюда, в яму. Только не на гусянку, а потом. Вот так только что кто-то катает. Ну, а кто-то копает. Ну пошел, да справится, не проедешь. Ну, да проеду. Блять, Ниса. Не свалиться бы. Газ тормоз. Ну ч, да я не умею газ тормоз. Все, он же теперь тут стоит на это. Давай дергаем, Юра. Сюда переставляй, Серег. А? Сюда. За эту лыжу? Да, да, да. Мы ему это ставьте сразу. Сказали, жить будешь? Блин, что, уехать еще? Выйдешь? Смотри, твоя задача. Вот эта лыжа должна быть в колее. Ага. Нос, середина носа должно идти по краю кромки. Эта лыжа висит в воздухе. Ага, тогда у тебя будет эта лыжа проваливаться, тебе будет легче. Ты можешь подминать вот так вот этот край. Давай. Понял? Я понял. Смотри, ты, у тебя палец один всегда должен вот так вот на тормозе чуть-чуть. Если чуть чего, раз, лучше притормаживать. Да? Да. Ладно. Ты поймешь как. Ну, у меня вот не получается, вот пока еще вот в голове вот эта херня, газ-тормоз. Хорошо, поскромничал здесь в конце. Свалился. Ну почти уехал. Не знаю, сейчас попробую. И склон-то вроде небольшой. Да, конечно. Еще тренить и тренить. Фу. Красота. Вид открылся. Продышались.
Сейчас будем в сторону дома двигаться, еще часа полтора-два возвращаться. Класс! Целый день катки получился. Ну, для меня такой катки-копалки, да ну и хуй с ним. Все, главное ездить, стараться, учиться, и все будет огонь. Смотрит этот, сейчас солнце там туда-сюда. Поехали, и мы посмотрим. Все супер, мы дома, первый день катки чайника в приисковом. Да, копал больше, чем хотелось, еще какой-то хрен вот целую канистру обратно привез, и так-то тяжело снегоходу ехать, и жопа перегружена. Ладно, посмотрим, завтра буду брать, не брать. Все, сейчас заброшу канистру в прицеп
и отдыхать в наш супер отель. Наше хранилище. Снегоход заправлю завтра. Сегодня уже ничего не хочется. Сил нет. А, блин. Сука, как запрыгнуть-то? Вот так. Леха, как обычно, где-то потерялся. А, точнее, перед ратрачкой. Встали, он там собирался, мы сказали, что поедем потихоньку. Хотя как, блядь, потихоньку помчали. Доедет. В случае чего съездим еще разок за ним. Ну что, малыш, отдыхай до завтра. Завтра посмотрим, как у нас с тобой получится. Шестисоточка, конечно, здесь слабовато для таких условий. Стоит задуматься и решить как-то вопрос в дальнейшем. Ну а так, конечно, мне все очень нравится. Снег. Отель. Я даже уже не помню. Все в голове стерлось. Утром, по-моему, вам показывал. Но ничего страшного. Покажу еще. Сушилка. Этот отель строится. Но все делается классно. Вообще супер. Все условия для снегоходчиков создаются. Но он почти построен, он работает. Какие-то недоделки остались. Сушилка супер. Сейчас покажу гараж. Теплый гараж, где хранится техника. Обслуживается. Также мы могли бы ее сюда загнать. Пока не стали. Оставили под окнами. Вот так вот. Еще есть магазин. Ну а вот мой номер. Ну чё, вообще просто кайф, удобно. Завтра покажу вам завтрак, меню. Вообще супер. Не знаю, ужинать где будем. Еще пока не решили. Сейчас отдохнем. Надо как-то мне решить вопрос с интернетом. Уже начинать заниматься делом. Закидывать видосы на YouTube. Это уже вторая серия. Вот. Ну и завтра следующая часть наших приключений в Приисковом. Да, друзья, в Приисковом все мега круто. А вот так вот отдыхают российские снегоходчики.